Я всех приветствую. Зовут меня Ирина Маркелова. Участвую в проекте Whole World 2013 года. И очень стало в последнее время популярным такое понятие, как семейный бизнес. У меня в проекте практически вся семья. Сегодня я вам буду демонстрировать кабинет своей мамы Лидии Коломейцевой. И чтобы вы не думали, что это фейк, что я просто так сделала аффилированную цепочку. Нет, моя мама в проекте, и у нее даже есть отзывы на официальном канале. Вот давайте посмотрим. Я Коломейцева Лидия Ивановна, проживаю в Ростовской области, пенсионерка. Состою в проекте «Всем миром» с 2013 года. Однажды, передав эстафету... В общем, все это реально. Моя мама заработала себе прибавочку к пенсии более 17 тысяч долларов, почти 18 тысяч долларов. В благотворительном марафоне места не активировала. Активированы у нас на другого члена семьи, потому что нам так выгоднее. Мы стоим друг под другом и получаем все. На моем балансе 116 долларов. Сейчас я буду на мамин кабинет оказывать финансовую помощь в эстафете. Это делаю заранее, на год вперед. Нажимаем «Оказать сейчас». Оказывать финансовую помощь я буду через Payeer кошелек. Отдавая, получаешь. То есть мама не только получает денежные средства, но и отдает их один раз в год. Эти денежные средства распределяются по маркетингу. Куда они распределяются, это вы можете посмотреть вот эту вот презентацию на главной сайте. Выбираем кошелек Payeer. Ежегодное оказание финансовой помощи 100 долларов. Нажимаем «Перейти к оплате». Нажимаем «Подтвердить». Ну вот и все, денежка у нас должна списаться, обновляем страничку, да, и уже с маминого кабинета, видите, поступило по 5 долларов на остальные кабинеты. Вот мама оказала финансовую помощь 100 долларов ежегодную, и уже вернулись 10 долларов. То есть друг по другом в семейном бизнесе стоять очень выгодно, но главное, чтобы это были живые люди, которые смогут пройти верификацию в проекте и покупать хотя бы на их аккаунты бизнес-автомат. Ну и желательно, чтобы эти люди снимали видеоотзывы, чтобы остальные люди видели, что это реальный человек, а не какой-то Вася Пупкин. Все, мне присвоен статус бизнес, хотя он и был у меня бизнесом. Вот так, друзья мои. Мои контактные данные находятся под видео. Пишите, будем зарабатывать вместе. Также я свою реферальную ссылочку оставляю под видео. Пока-пока.